Многие природные явления уже давно были исследованы учеными вдоль и поперек, воссозданы искусственно в лабораториях и доказаны с опорой на неопровержимые факты. Однако малая часть из них до сих пор будоражит сознание людей. Ярким примером выступает шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящее и плавающее в воздухе образование. Чаще всего свидетелями его становятся люди неподготовленные – те, кто не могут точно определить свойства объекта и дать какую-то целостную характеристику увиденному. Как раз-таки этот факт и стал причиной сомнений в реальности происходящего. Это явление очень загадочное. До сих пор точно неизвестно, что же представляет из себя шаровые молнии. При этом, в общем-то, какие-то исследования, еще раз говорю, немногочисленные, показывают, что в них содержится достаточно большое количество металла. Широко распространено мнение, что шаровая молния – явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории. Было сделано несколько заявлений о получении шаровой молнии в лабораториях, но в основном к этим заявлениям сложилось скептическое отношение в академической среде. Остается открытым вопрос, действительно ли наблюдаемые в лабораторных условиях явления тождественны природному явлению шаровой молнии. На данный момент не существует точного ответа на этот вопрос. Все лабораторные работы являются лишь мнимым доказательством формирования шаровых молний в реальных условиях. В искусственных условиях шаровые молнии так до сих пор и не удалось создать, то есть образовать. Почему? Потому что образуются такие прокси шаровые молнии, но они существуют очень небольшое количество времени. Раз и нет ее. По словам экспертов, на основании исследований есть убеждение, что механизмов формирования и типов шаровой молнии может быть несколько. Шансы научного наблюдения этого типа молнии ничтожно малы. Например, из 12 тысяч фотографий, сделанных сетью наблюдений за метеоритами в Соединенных Штатах Америки, приборы которой постоянно регистрируют явления в ночном небе, за более чем 10 лет зарегистрировали только 2 возможных случая появления шаровой молнии. Большинство вот таких вот случаев считается, что это показалось. Даже теория была в свое время выработана, это не сейчас даже теория была выработана, а еще, скажем, в исторические времена, то, что вот это как бы не шаровая молния образуется, а неким образом некие флюиды в глаз попадают, и человека просто кажется, что там образовалась шаровая молния. Десятки европейских ученых подтверждают существование шаровой молнии. Они обозначают это явление как феномен, в котором существует множество наблюдателей, но очень мало научно задокументированных фотографий, видео или сделанных измерений. Именно поэтому относиться к нему следует с осторожностью, не отвергая, но и не расслабляясь. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости.